Я пришел, поехал в Чернивцы, потому что у меня есть друзья здесь, и это хорошо, и потому что у меня была эта возможность играть здесь, я хотел. Почему я был в Америке, то же самое, но у меня есть там импресарио, человек, который меня организирует концертов. И следующий концерт будет во Франции, 13 концерт, и в Шотландии. И в России, но пока не знаю, в Новосибирск. Я работаю в этом, дорога. У меня была подруга здесь первый раз. Я потом невозможно как говорить, закинул, да? Нет, так невозможно. Бросил, да. Я не хотел быть с ней. И я знал другие особа, у меня есть друзья, я думал, в Чернивцы это хорошо, потому что первый раз, когда я был в Чернивцы, я делал Майя дом, Марсель, Франкфурт, Киев, спать в Киеве, потом Киев, Чернивцы. А сейчас делаю Барселона, Жешов, это в Польше, Жешов, Львив, Чернивцы, это как 18 часов, и я здесь. Сегодня я буду играть Бах, Шопен, моя музыка, потому что я вообще я сочиняю. Сегодня это уже третий концерт, и вчера мы были в музичной школе, где дітки слухали дуже уважно и дуже гарно. Сегодня мы были в музичному училищі, що я так розумію, що це консерваторія. І там слухали старші, і всіх якісь дуже гарні враження, якісь гарні рецепції. І все так класно. Я знову слухатиму зараз, і потім ще раз сьогодні ввечері, бо у нас ще четвертий буде концерт. А завтра Шарлі поїде, і мені буде дуже сумно. Тому я хочу, щоб ви отримали величезне задоволення від того, що він робить, тому що я отримую такі надзвичайні насолоди від цього, що зі мною такого щастя давно не відбувалося. Я дуже хочу, щоб ви це так само відчули. Я не знаю, що ще сказати, він закінчив дуже багато консерваторій, він виграв дуже багато конкурсів. Він неймовірний чоловік, людина, музикант. От. І він буде грати для вас. Шарлі. Чтобы быть стоять виртуозным музыкантом, нужно репетировать как очень много. Минимум 4 часа каждый день. Я так думаю. Шопен этюд номер 4. Это хорошо, но не нужно работать. Есть людей, которые у них есть меньше талант, но они работают больше, и у них есть карьера, работа, все. Талант это хорошо, но это не все. Хотел играть больше, сочинить, играть с моим друзьям, трио, он играет скрипач, она играет на виолончел, я хочу играть с ними, и это что, сейчас это все, что я хочу.